Младший брат ревизора магазина в Архангельске. Съемочную группу популярной телепрограммы заметили накануне в магазине «Соломбалы». Ведущий Александр Молочко оказался крайне недоволен состоянием мясной продукции. Сотрудники магазина были встревожены и вызвали полицию. А сегодня в социальных сетях появились фотографии, как Александр Молочко проводит проверку на центральном рынке столицы Поморья. По неофициальной информации, в областном центре съемочная группа телеканала «Пятница» проведет 3 или 4 дня. Также, по неподтвержденной информации, в планах съемочной группы посетить и Северодвинск.